И вот как внедряют новые технологии. На остановке площадь Ленина установили информационное табло под названием «Инфоточ». В будущем подобные интерактивные экраны могут появиться и на других остановках, например, на вокзале. По задумке авторов, с их помощью можно будет узнать маршруты движения транспорта, расписание поездов, посмотреть карту Новосибирска, а также зайти на официальный сайт города и даже электронного правительства. Правда, сегодня выяснилось, установка не работает. Это обычная вообще ситуация, когда что-то новое внедряется, то есть что новый самолет внедряется, там испытания проходят, и не всегда это все гладко. И я бы сказал больше того, что гладко и вообще не в первый раз ничего не получается. В мэрии объяснили, что табло не работало из-за отсутствия связи. Сейчас провайдер все исправил и информационный экран заработал. Чиновники говорят, что это пилотный проект, который нужен как раз для того, чтобы выявить изъяны в этой системе. Попробовали нажать, там не открылось просто у нас приложение, но что-то интересное сразу привлекло внимание. Приезжие люди, кто не знаком с городом, они могут легко ознакомиться с городом, то есть посмотреть карту, выбрать нужный маршрут и найти, как им быстрее можно доехать. Она непродуманная система, она довольно-таки сырая и неудобная в использовании.